авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь». Основным предназначением авиационного противотанкового ракетного комплекса «Вихрь» является поражение бронетехники, включая технику, оснащенную реактивной броней, и малоскоростных воздушных целей, которые летят на скоростях до 800 км в час. Комплекс начали разрабатывать в конструкторском бюро приборостроения в 1980 году. Авиационный ПРК «Вихрь» в 1992 году приняли на вооружение. В состав авиационного противотанкового комплекса «Вихрь» входят 9А4-1172, сверхзвуковая управляемая ракета, управление осуществляется по лучу лазера, Т-251 «Шквал», круглосуточная обзорно-прицельная система, АПУ-8, АПУ-6, авиационная пусковая установка. Комплекс дает возможность вести огонь одиночными ракетами или залпом из двух ПТУ, высокая сверхзвуковая скорость управляемой ракеты, до 610 метров в секунду, снижает уязвимость вертолета при атаке и позволяет за один заход поражать несколько целей. Для преодоления дистанции в 4 км ракете необходимо 9 секунд. При создании ракеты использована аэродинамическая схема «Утка». Ракеты имеют складное крыло. Для наведения служит всесуточный автоматический прицельный комплекс. Во время приближения к району нахождения цели, его координаты в БЦ-ВОИМ вертолета заведены заранее, на расстоянии около 12 км автоматически включается режим телевизионного сканирования местности. Обнаружив на телевизионном экране изображение цели, летчик направляет в ее сторону вертолет, после чего обрамляет сеткой прицела цели и нажимает кнопку автослежения. Прицел переходит на автосопровождение цели, а при достижении разрешенной дальности запускает ракету. В комплексе задействована лазерно-лучевая система наведения, при этом мощность излучения в этом случае ниже того уровня, который позволил бы зарубежным системам предупреждения засечь готовящуюся атаку. Ракета поражает цели с точностью до 80%. Конструкторы концерна «Калашников» модернизировали «Вихрь-1». Речь идет об увеличении дальности использования ракеты с 8 до 10 км. ПТУР «Вихрь-1» прошла боевое крещение во время операции российских вооруженных сил в Сирии. Вертолеты Ми-24, Ми-28 «Ночной охотник» и Ту-52 «Аллигатор» участвуют в охране российской авиабазы, а также уничтожают бронетехнику и живую силу противника.